Главный исполнительный директор Google Эрик Шмидт, который покинет свой пост в апреле этого года, планирует проработать в компании еще 10 лет. Об этом он сообщил 25 января в Мюнхене на конференции Digital Life Design. На прошлой неделе Эрик Шмидт объявил о передаче своих полномочий одному из основателей Google, 37-летнему Лэри Пейджу. Эрик Шмидт рассказал, что останется в Google в качестве председателя правления и сфокусируется на взаимоотношениях с партнерами, заказчиками и государственными структурами. Шмидт также сообщил, что доходы компании позволят ей расшириться на европейском рынке и создать еще сотни новых рабочих мест. У нас был очень хороший год и очень устойчивый квартал. И на данный момент мы проанализировали этот год, и в особенности наши перспективы развития в Европе. Таким образом, мы решили выделить достаточно крупные инвестиции и в этом году нанять еще 1000 новых сотрудников в Европе. Google, который доминирует среди интернет-поисковиков, в последнее время столкнулся с жесткой конкуренцией со стороны социальных сетей, например, Facebook и Twitter, которые переманивают у компании пользователей и талантливых сотрудников. Шмидт также сказал, что специалисты прогнозируют большое будущее мобильным компьютерным технологиям. Я бы согласился с тем, что устройства без доступа в интернет больше не представляют интереса. У вас есть просто музыкальный плеер, не очень интересно. Возьмите тот же музыкальный плеер и подключите его к Wi-Fi сети или к музыкальному серверу, и неожиданно он станет неимоверно интересным. Поэтому возьмите любое устройство, в котором есть процессор, и начните думать о том, что его надо подключить к сети Wi-Fi. И это то, о чем надо будет размышлять в ближайшие несколько лет. Шмидт сообщил, что кадровые перестановки в Google связаны с его попыткой упростить структуру управления компанией и повысить эффективность принятия решений. Он также получит вознаграждение в размере 100 миллионов долларов США, которые ему выплатят в форме акций за работу в компании с 2001 года.